В этом году планируют вакцинировать более 60% населения Солнечногорска. Из них более 18 тысяч детей и почти 70 тысяч взрослых. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. При отсутствии противопоказаний лечащий врач выпишет направление. Помимо этого, на привокзальной площади с 9:30 до 15 часов дежурит мобильный комплекс. Там вакцинацию можно сделать абсолютно бесплатно. Главное – иметь при себе паспорт. Семьи, которые не использовали средства материнского капитала, с 1 июня 2020 года могут подать заявление на его выплату. Право на получение имеют граждане Российской Федерации, у которых есть регистрация по месту жительства в Московской области и при условии, что сумма материнского капитала или ее часть не использовалась. Заявитель имеет право на ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей. Заявление о распоряжении средствами регионального материнского капитала нужно подать за 2020 год не позднее 1 апреля 2021 года. В сентябре в Солнечногорске пройдут 3 тематические ярмарки. С 13 сентября на привокзальной площади пройдет школьный базар. Там можно будет приобрести товары отечественных производителей. Текстиль, фрукты и овощи можно приобрести с 14 по 20 сентября около дома номер 51 в Тимоново. Там пройдет ярмарка «Сделано в Подмосковье». А с 21 по 27 сентября на привокзальной площади на улице Крестьянской можно побывать на ярмарке «День славянской письменности и культуры».